Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – проблемы и перспективы исследования национальных литератур. Мы сегодня рассмотрим с вами вопросы, что такое национальная литература, каков ее объем и границы, как в настоящее время строится диалог между русской литературой и литературами ближнего зарубежья, каковы перспективы этих взаимосвязей в будущем. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Объем и границы понятия «национальная литература». Реорганизация понятия «национальная литература» после 90-х годов XX века. Материковая литература, иммиграционная литература, литература диаспор, процессы взаимодействия. Состояние и перспективы межнациональных литератур, связи в 20-21 веке. Два вектора отношений. После всеохватности и всеобщности и единого пространства многонациональной советской литературы, собственно, русская литература качественно изменилась. Она перестала быть общенациональной для национальных литератур, что повлекло за собой изменение статуса и этих литератур. На постсоветском пространстве стали автономными грузинская, белорусская, молдавская, эстонская и другие литературы бывшего Союза, которые, как и русская литература, стали воссоздавать свои национальные традиции – теоретические школы. Процесс реорганизации национальных литератур наметил два вектора отношений – создание собственной национальной литературно-теоретической базы с обращением к специфическим жанрам и темам данной культуры, а также и освоение теоретического опыта западноевропейских и американских школ и теорий, ранее запрещенных советской методологии. Полоса отчуждения. Между этими литературами и русской наступила полоса отчуждения. Временно оборвались и межнациональные связи. Эта полоса отчуждения оказала негативное влияние на все литературы. Национальные литературы стали укреплять и по-новому организовывать литературные контакты с европейскими литературами. Долгое время в международных литературных контактах главную позицию занимала русская литература. Большинство национальных авторов рассматривались в общем контексте советской литературы. Сам подход к международным связям имел выборочный характер. В Европе из советских авторов был известен Владимир Маяковский, но не Тициан Табидзе или Олег Гончар. Такое положение вызвало обратную реакцию – стремление национальных литератур вывести на международную арену своих авторов, которые не были известны за пределами советской литературы. Этот процесс отчуждения имел свои основания. Он наметился в 60-70-х годах XX века, когда борьба за отстаивание автономии в пределах общей литературной системы вызвала аналогичную реакцию в национальных литературах. Новая вертикаль взаимоотношений. В начале 70-х годов Лев Арутюнов подвел общий знаменатель совершенно разных авторов – Фолкнер, Друдзе, Айтманов, Матевосян. Он считал, что в основе произведений этих авторов лежал общий принцип, одинаковый подход. Художник в пределах малого объекта изображения
стремится объять национальное бытие в целом. Микромир становится аналогом макромира, средоточением проблем человечества. Такой качественно новый подход к национальным литературам наметился уже внутри литературного процесса 70-х годов, явился предпосылкой смены художественной парадигмы 90-х годов XX века. Арутюнов заключает, именно поэтому в его пределах человек получает свободу самовыражения, конкретный автономный мир становится аналогом бытия. Эти процессы выдавали необходимость по-новому с демократических позиций строить отношения между национальными литературами. Вопрос самоопределения литератур потребовал пересмотра исторических корней возникновения русской литературы, определения ее границ и объема. Только после решения этих задач можно было выстраивать новую вертикаль взаимосвязи национальных литератур. Или вовсе кончились пути России. Процесс освоения новой действительности был направлен вглубь художественного сознания писателей. Басинский и Федякин постарались определить национальные границы русской литературы после распада Союза. То, что произошло с Россией в XX веке, все еще остается загадкой для историков, в том числе и историков литературы. После октября 1917 года Россия встала на какие-то новые пути, или вовсе кончились пути России, напоследок озаривший мир закатным светом великолепной поздней прозы Ивана Бунина, волшебной поэзии Георгия Иванова, подарившей миру международного писателя Владимира Набокова. Русская литература имеет свою историю, но она долгое время перекраивалась в угоду требованиям политиканов. Ломка национальных перегородок. Слишком долго национальная русская литература находилась под влиянием метода соцреализма, который требовал развития и учащения всяческих сношений между нациями. Ломку национальных перегородок. Ковалев. О проблемах национального характера русской литературы писали Макогоненко, Берковский, Ломидзе, Храпченко. Однако они вынуждены были признать, что этот вопрос оставался одним из самых сложных в литературоведении. Теоретики не могли ответить на вопросы, которые могли бы разрешить эту задачу. Что такое национальная действительность, национальный характер, национальные традиции, национальная идея? Все эти понятия подменялись многонациональным комплексом «советская литература». Русская литература между Востоком и Западом. Одной из особенностей русской литературы, как европейской, является ее многонациональность. В состав русской культуры входили издавна культуры других народов – южных и западных славян, народов Востока и Кавказа. Уже ранний период формирования национальной русской литературы показал ее стремление к оригинальности, способности диалога между литературными влияниями как Запада, так и Востока. Хотя именно Запад и Восток исторически опередили Россию, несомненно, повлияли на ее формирование. Русская литература XVIII века формировалась в период становления ее национального самосознания, определяла жанры и топосы согласно национальным потребностям культурного развития. Возникновение и формирование феномена русской литературы этого времени связано также с проблемами геополитики, нахождение на перекрестке культур Востока и Запада. Эта литература подготовила формирование становления золотого века русской литературы XIX века. Объем понятия «национальная художественная литература».
Особое географическое положение и политический статус России выдвинули в качестве постоянного фона творческих исканий проблему отношения к Востоку и Западу. Теоретические достижения литературных теорий, начиная с древней литературы, литературы XVIII века, периода формирования национального самосознания и по сегодняшний день строятся с учетом данного положения. В настоящее время в литературном теории возникает вполне традиционный вопрос об объеме понятия «национальная художественная литература». Этот вопрос элементарен только на первый взгляд. В конце XVIII века немецкий философ Гердер определил границы данного понятия. Литература известного народа не есть совокупность всех произведений, написанных на языке народа, а только таких, в которых отражается его умственная физиономия. Новое определение границ национальной литературы. С конца 90-х годов XX века определение специфики национальной литературы и ее границ выходит на качественно новый уровень. Проблема недостаточности прежних историко-литературных методов исследования, как прошлого, так и настоящего, стоит в поле зрения современных теоретиков Катаев, Добренко. Современный литературный процесс в России, аналогично и странах постсоветского пространства, требует обновления методов исследования. Процесс этот начался Прозоров, Затонский, Николаев, Чудакова, но далеко еще не закончен. Оценить его развитие можно только путем воссоздания правды истории. Наука о литературе поможет сберечь и национальную идею. Специфические черты русской литературы определяются в значительной степени тем, что исследователи называли характером русского народа. Об указанном феномене писали все исследователи русской идеи. Главной ее чертой называли веру, религиозность нации. Подобную целостность русского феномена литература должна сохранить в период смены исторических эпох. Тогда она снова займет достойное место в среде мировых литератур. Систематизация понятия «национальная литература». С конца 90-х годов XX века определение специфики национальной литературы и ее границ выходит на качественно новый уровень. Теоретики в России – Смирнова, Кунарев, Скляров – предпринимают попытки выработки системного представления об указанном процессе. Однако говорить о единой системе теоретических положений пока можно только условно. Дань исторической памяти, народной памяти синтезирует новую данность – творческую индивидуальность писателя-россиянина. Понимание данного феномена только формируется, и процесс этот еще не закончен, так как и мыслится он до сих пор по-разному. Понимание данного феномена предполагает новые методы исследования взаимоотношения разных национальных авторов, живших когда-то в едином государственном пространстве. В самой же общей форме подобное понятие может быть определено, что автор является носителем национальной русской культуры. Процесс освоения художником действительности претерпевает парадигматический сдвиг, меняется и локализуется понятие «национальная картина мира», которое является объектом художественного освоения. Разрыв с наследием классической литературы. Необходимость возникновения подобного теоретического понятия формируется только сегодня, после вынужденного разрыва национальной литературы с классическим наследием русской литературы. Он связан с освобождением от политизированных подходов к
истокам русской литературы, фольклору. В национальных литературах наблюдаются сходные тенденции. Ориентация на национальную архаику, мифологию, верование. Художественная практика национальных литератур констатирует сходство в выборе сюжетов о далеком прошлом, героических характеров. Эта тенденция отчасти вызвана желанием сохранить национальную самобытность литературы, которая была уничтожена советизацией. Русский американский писатель. Теоретики литературы задаются вопросом, можно ли считать Владимира Набокова русским писателем? Вопрос затрагивает проблему приобщения писателя к западным традициям. Кормилов считает, что отсюда и интерес к Набокову, а также и Бродскому. Для специфически русской литературной традиции они наименее характерны. Вопрос об отношении к национальной русской литературе Набокова весьма непрост. Его считают создателем эстетической концепции художественного двоемирия. Но основа его концепции не столько постмодернистическая, сколько исконно русская. Таков же неоднозначный подход к русским писателям-иммигрантам третьей волны – Довлатову, Аксенову и другим. Собирание фонда национальных литератур. Собирание фонда национальных литератур связано с большим реорганизационным процессом. Многие авторы-иммигранты писали о родной стране на языке проживания. Возникла проблема перевода, обновления его теоретического потенциала. Отбор и публикация подобных работ также задача литературной критики. В вопросе национального самоопределения литературной критики отводится ведущая роль. Новый аспект таких работ, посвященных истории литературной критики, преимущественно культурологический. В разное время и с разной степенью интенсивности критика выступала в качестве регулятора литературного процесса, занимала культуртрекерскую позицию по отношению к национальным литературам. Но восприятие и усвоение критического наследия других народов в тематическом и методологическом отношении формировалось в русле отечественной традиции. Там, тут, Грузия, Россия. Ассоциативные нити связывают его с романом Набокова «Пнин», образуют оппозицию русскоязычные, англоязычные романы. Символичен сам подход к оценке текста через призму инакости. Рама, заглавие обоих романов, также знаменует авторский подход отношения к инакости. Набоковский «Пнин», лишенный родных корней пень, человек без корней, так и не прижившийся в чужой земле. Митя Вакула, герой повести, также одинок в толпе безразличных людей, топографически на всем протяжении романа находится в месте своего рождения, своей отправной точки, постоянно выстраивается оппозиция Тбилиси-Ростов, Грузия-Россия, там-тут. Теоретические проблемы 21 века. Процесс размежевания национальных литератур начался в 90-е годы. Это был период обособления литератур. Он знаменовался ослаблением литературных взаимосвязей. Национальные литературы стремились к независимости, самобытности. Вместе с желанием преодолеть прошлые ошибки пришло стремление доказать свою значимость. В общем плане этот период нельзя считать негативным. Первое десятилетие 21 века показало, что процесс самоизоляции ведет к уничтожению исторически сложившихся взаимосвязей. Большинство конференций и симпозиумов конца 20 века были посвящены проблемам изживания пережитков советского прошлого. Настало время новых форм диалога,
который предусматривает уважение и приобщение к иным национальным культурам, особенно живущим в одном регионе. Опыт подобного общения имеет глубокие исторические корни. Своевременным и правомерным должен быть вопрос о влиянии национальных литератур на русскую литературу. Пушкин, Лермонтов писали о Кавказе и использовали местные сюжеты и легенды. Подобный диалог предполагает совершенно новые подходы, при котором происходит смена идеологического кода на художественный. Ментальная география мира и национальные литературы. Национальные литературы в современной политической и искусствоведческой ситуации приобретают в странах ближнего зарубежья совершенно новое качество. Это качество еще неустойчиво, так как, по мнению культурологов, Хлебда и других, еще не установлена ментальная география мира. Высказывается мнение, с которым трудно не согласиться, что языковая картина мира подвергается в большей степени теоретическому, чем систематическому, комплексному описанию. Имеющиеся в нашем распоряжении анализы отдельных понятий фрагментарны и все еще не слагаются в единую картину мира – Цивьян. После распада тождества многонациональная советская литература возникла необходимость новых методов ее исследования. Национальная картина мира в интересующем нас аспекте, собственно, русский феномен, перестающий ощущать себя межнациональным единством, обобщающим фактором. Происходит новое духовно-практическое осознание русской литературы и ее теории своего культурного состояния. Идет новое освоение складывающихся условий действительности, ее художественного и теоретического познания. Взаимообогащение и взаиморазрушение. Еще Гумилев, отмечая неоднозначность межкультурных взаимодействий народов, указывал на две тенденции – взаимообогащение и взаиморазрушение культур. Мы же традиционно исследуем только взаимосвязи и взаимообогащение. Поэтому национальную картину мира следует рассматривать, исходя из национально-культурной ситуации. Одним из аспектов интереса исследователя – является формирование языковой личности в аспекте ее национальной специфики. Между тем, национальная картина мира – исторически изменчивая категория. Под изменчивостью следует понимать не только изменения во времени и пространстве координат национальных границ литературы, но и изменения подходов к ее изучению, внутреннему и внешнему состоянию литературного дискурса. Константой в этом понятии можно считать четкое осознание национальной и культурной принадлежности, нравственную, религиозную и общественную позиции автора. Уникальность каждой национальной литературы. Только представители одной нации живут в атмосфере восприятия своего фольклора, традиций. Уникальность каждой культуры проявляется в соединении национальных и общечеловеческих начал. Новый тип национального самовыражения – русского, грузинского, украинского, азербайджанского – только начинает восстанавливаться. Поэтому сравнительно-типологический анализ взаимоотношений писателя с другими национальными литературами предполагает развитие диалога с контрактируемыми культурами. Возникают и аналогичные аспекты изучения, предпосылки осуществления диалога, не ущемляющего национальную специфику и самобытность других культур. Писатель создает произведение с учетом коммуникативного акта восприятия. Внутренняя структура текста должна формировать восприятие на уровне заложенных в ней смыслов.
Личность в своем потенциале оптимально способна к интегрированию. Произведение должно быть построено с учетом логики восприятия. Вопрос этот актуален, особенно при чтении произведений новейшей литературы, перевода текстов на другой национальный язык. Совершенно очевидно, что решение предлагаемых проблем не может осуществиться только в аспекте теории литературы и рамках одной темы. Национальные литературы в теоретическом освещении. Разработка указанных вопросов с учетом тенденций современных межнаучных связей и открытий последних лет находится на стыке общего языкознания, психологии, психолингвистики, этнографии, компаративистики и целого ряда смежных дисциплин. Конец XX века отмечен интеграцией различных сфер художественного продуцирования, множественностью поисков целостного художественного изображения, синтеза новой российской действительности. Подобное положение обуславливает неоднозначный подход к отдельно взятому писателю. При современном упадке художественного уровня словесности сохраняется литература, достойная традиций русской литературы. Ученые отмечают перспективы диалога между различными уровнями авторов в рамках одной национальной литературы, отмечают возможность и перспективность диалога новейших литератур постсоветского пространства на основе полицентризма, самодостаточность национальных литератур и культур будут способствовать возможности установления равноправного диалога между ними. Итак, мы с вами изучили тему «Проблемы и перспективы исследования национальных литератур». Каждая национальная литература уникальна. Процесс новых взаимоотношений национальных литератур начался после 90-х годов XX века. Он характеризуется возвращением к своим истокам, решает проблемы объема, границ литератур, собирания фонда. Эти процессы одинаково характерны для русской и других литератур ближнего зарубежья. В настоящее время эти литературы строят новый диалог с позиции диалогических отношений.